а на сцене группа Five Boys. А почему Five Boys, а вас трое? Раз. Five Boys, потому что у нас еще два танцора, но так как мы поняли, что это будет конкурс, и не стоит сюда брать. Еще одна наша песня, она более лирическая, называется «С тобой». Скажите, а вы никогда раньше у нас принимали участие в конкурсе?
у нас дело в том, что все начиналось как раз-таки с вашего конкурса. Это было наше первое выступление вообще. Это когда было? Стартап, когда еще на Баррикадной. Это было в 2008 году. Это так. То есть вам тогда было по 17 лет? Да. Обалдеть, я вспомнил вас. Молодцы. Скажу, что уровень того, что сейчас достаточно уже серьезный, вы за это время выросли. И вот то, что я сейчас слышал, я думаю, что после Нового года мы этот трек обязательно вставим в какой-нибудь сборник. Спасибо. Поэтому не теряйтесь, молодцы. Спасибо. С 2008 года первый раз они были, когда им было 17 лет. Прошло 5 лет, и они снова здесь. Это приятно. 10, 8, 10, 9, 8, 9, 7, 8, 10, 10, 10. Вторая оценка за образ, созданный на сцене. 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 7, 8. Ну, я как бы от себя добавлю, что по прошествии 5 лет, если ты встречаешь людей, которые ни на что, несмотря продолжают делать то, что им нравится, это заслуживает большого респекта. Вы молодцы.